Ты вообще готова? Нельзя упускать таких клиентов. Вера – профессионал в своем деле. Я хочу на этот раз предложить вам не просто рекламную кампанию, а настоящую войну. Какая вы все-таки боевая. Вера нуждается в любви. Я знаю, что у меня будет вечером. Потому что я каждый вечер делаю одно и то же. Мужика вам надо. Судьба идет навстречу. А вот карьера под откос. По-моему, очень впечатляющее начало романа. Боже, ну просто не фирма, а какое-то сборище. Клиенты бегут один за другим. Что, все? Практически все. И все наши неприятности начались с того, что появился ваш так называемый протеже. Поверь, все совсем не так. Как спасти любовь и карьеру? Кризис веры. Мелодрама на Юргене.